В Якутии 13 февраля отмечают День родного языка и письменности. Проверить знания якутского языка могут жители республики из любого района. Национальная библиотека и Северо-Восточный федеральный университет в 10-й раз проводят акцию «Сахалы диктант» – аналог тотального диктанта на якутском языке. Диктант можно написать в онлайн-формате. 17 февраля в 14 часов на сайте Национальной библиотеки начнется трансляция, во время которой преподаватели СВФУ прочитают текст. Позже его опубликуют на сайте Национальной библиотеки для самопроверки.